Эта работа появилась в рамках проекта «Лица Подмосковья», который получил поддержку Фонда президентских грантов при содействии правительства Московской области и общественной организации «Волонтеры Подмосковья». Авторы панно – художники-граффитисты Илья Демченко и Сергей Салин. На церемонии открытия присутствовал депутат областной думы, координатор проекта «Единая Россия. Историческая память» Владимир Вшивцев. Блестящий перелет через Северный полюс в Америку – это выдающаяся страница в истории авиации Советского Союза. И появление граффити на стене этого дома дает нам возможность, еще раз проходя мимо, посмотреть в лицо этому человеку, который прославил нашу страну. Еще раз посмотреть в историю и сказать: да, именно такие люди есть. И такие люди будут, которые прославляют нашу великую Россию. На граффити изображен портрет Валерия Чкалова и самолет АНТ-25, на котором в 1937 году экипаж Чкалов-Байдуков-Беляков совершил свой легендарный перелет через Северный полюс в Америку. 63-часовой беспосадочный перелет вошел в летопись отечественной авиации и открыл новую эру в использовании воздушного пространства. Всего в рамках проекта «Лица Подмосковья» запланировано выполнить не менее 15 портретов выдающихся деятелей региона в стиле граффити в разных городах. Но уже можно сказать, что портрет Валерия Чкалова станет яркой визитной карточкой микрорайона, носящего его имя.